3-4. Говорил вам кто-нибудь, что у вас стервозный характер? Это же наш выбор, оскорбляться или нет. Если ты можешь что-то делать, делай. Куда потянул челюсть? Вы такая гордая и независимая. У меня всего лишь не работают ноги. Это про любовь, про мир, про самодостаточность. Нормальный звук. Я сидела на асфальте, вот, и чувствовала, что у меня внутреннее кровотечение. Вы плакать умеете? Да. А теперь песня! Ура! Ну, не у меня, в смысле, отказывают тормоза, а у приставки. А что такое страх, вы вообще знаете? Я была в абьюзивных отношениях. Пора нарушить тишину. Я 4 года молчала. Мне столько накопилось. Смотрите программу «Обернитесь» 11 июня в 18:45.